Более 50 памятников павшим воинам находятся в Урмарском районе, а в деревне Кульгеши появился большой мемориал. На окраине деревни Кульгеши у самой дороги высится памятник с красной звездой и с надписью «Мы помним тебя, солдат». Этот мемориал вряд ли бы появился, если бы не инициатива самих жителей. С лесами населения были изготовлены мемориальные плиты с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Подготовили конкурсную документацию, смету на этот памятник. Вот общая сумма по смете у нас было 701 тысяча. По инициативе бюджетирования у нас средства населения 20% от общей суммы, средства населения 20%, и остальные 60% это средства республики. У нас было решено, значит, с населения денег нынче собирать. Идея создания мемориала зрела долго. Начало работе положил местный фермер. К нему присоединились все неравнодушные. В 2009 году перезахоронение было, участники Великой Отечественной войны в Ленинградской области привезли. Вот тогда уже задумки были. И где-то это мы начали засыпать. В 2013 году площадку сделали. Потом дело пошло. Сегодня в деревне проживает около 300 жителей. На мемориале 219 фамилий. А это значит, что на фронт уходили практически с каждого дома. Очень приятно, что у нас деревня такой большой, красивый памятник, что мы почтили таким памятником всех павших солдат. В нашей семье был мой дедушка Хохлов Петр Григорьевич. Он умер на поле сражения, не вернулся, пропал без вести в 43-м году. Его имя здесь написано. В прошлом году жители села посадили здесь ели и сосны. Как только сойдет снег, работы по благоустройству и озеленению продолжатся. Нынче вот весной хотим вокруг памятника сажать цветы и в честь павших также сажать саженцы деревьев. Забывать своих близких, отдавших жизни за мирное небо над головой, мы не должны, считают жители Кульгеши. В планах создания еще одного мемориала. Установить хотим детям, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, для которых девизом было «Все для фронта, все для победы». Вот это стело хотим установить. Почти 7 тысяч человек ушли на фронт только с Урмарского района. Из них более 4 тысяч не вернулись. В год 75-летия Победы будет отремонтирован и этот памятник в центре поселка Урмары. Полностью обновят фасад, появится новая брусчатка. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.